Сегодня у меня обзор на вот этот маленькую сумочку, точнее, не знаю, как называть, не помню. В общем, на из головы рисован. Так, допустим, это мягкий ящик. Так, что я тут вижу? Я здесь вижу мини-ленту. Сейчас я все достану и покажу вам. Так, находилась эта мини-лента у меня вот в таких пакетиках Шопкинс. Точнее, в сумочках Шопкинс. Вот. Сейчас я все вытащу. Так, и последний, но тут у меня с доминошками. Вот. Так. Я еще покажу потом свои мелочи. Пачку. А мы начнем с мини-ленты. И заодно я покажу Шопкинс. Первая мини-лента – это Актимель. Это из второй, из первой серии. Это тоже из первой. А, туалетная бумага Зева. Потом у меня идет Риксона. Все из первой серии. Это икра лососевая Путина. Шуточки. Потом томатный кетчуп Кальвы. Сейчас я включила свет, чтобы было более видно. Вот, это томатный кетчуп. А дальше у нас сгущенное молоко. Это фирменные ленты, да. А дальше у меня сейчас пойдет из второй серии. Из второй серии у меня пицца. G7 сок, шампунь Фа, колбаса, Даниссимо, блин, все укатывается. Еще ни одна колбаса укатывается. Так, все. И форель. Вот. И еще недавно я потеряла мультиварку. Это было очень печально. Я так расстроилась. Мультиварка была моя самая любимая, тут она пропала. Так, и Шопкинс. У меня их всего 22 штуки, но я покажу только два моих любимых. Это вот такой пончик с дыркой. Короче, неважно. И вот такой кексик с... что он? С чемоданчиком, письмом и свечкой. И на верхушке у него такой пилик. Точнее, розовенький. Вот. И сейчас я покажу моего фербика. Вот мой фербик. Он очень милый в очках. И мои три коробки. Начнем с вот этого. Сейчас будет громко. Так, тут у меня все. Ништячки маленькие. Они очень микроскопические. Так, начну я с моей любимой. И это в честь моего года. Я родилась в год свинюшки. Вот эта маленькая свинка. Очень маленькая. Это моя любимая свинка. Дальше у меня идет вот такая куколка. Я не знаю, где ее волосы. Я не помню, куда я их запихнула. Ну, в общем, у меня было две таких штуки, вот. И с нее можно снимать платье, а потом обратно надевать. И вот, у меня было их две. Одну я подарила своей лучшей подруге. Вот. Их можно было менять платьями и волосами, вот. И самая куколка тоже микроскопическая. Вот, она квадратная почему-то. Не знаю, почему. Дальше у меня идет девочка из Винкс, которой я ненавижу Винкс, но она такая милая, что я не смогла стоять. Машинка из какого-то мультика, не знаю. Вот. Она резиновая, идет на карандаш. Вот тут дырка такая. Туда карандаш одевается. Я там прилипала, от которой я отрезала саму липучку. Так, идем дальше. Мелочи. С мелочью мы закончили.
сами коробки. Вот эти у меня из Диснейленда. Там были конфетки за 1 евро. Это так не работает. Блин. А, нет, работает. Тут у меня вот такое сердечко. Типа кань. Ща. Не, я хотела чихнуть и не смогла. Так, дальше у меня идет очень грязный брелок. Я не знаю, что там сзади. Написано, потому что там все размылось, и он такой серый. В общем, вот. Так, сейчас я закрою. Ой. И последний. Тут у меня всякие резиновые ништяки. Это вот такие два песика. Эта штука, это друг. Вот тут такие игрушки, чтобы их куда-то вешать. Но я не люблю никуда это вешать. Вот. Здесь тоже надо их уже отрезать. Вот. Такие два песика. Они очень милые, у них вместо ушек листики. Вот. Нам-нам. И пингвин прилипала, я тоже ей отрезала липучку, и вот, и получилось вот так. Так. А может быть еще что-нибудь? А, да, есть. Такие тролли. Розочка розовая, она очень красивая. Я хотела всю коллекцию, но я не успела. У меня только два. А этот мне оба отдали просто так. А когда мы когда еще в Макдональдс с мамой ходили, я думала, что там тоже есть тролли, но там не было тролли, и мне купили. Сейчас покажу, что. В общем, вот такие тролли. Я их люблю. Они красивые. Мне купили вот такую принцессу с зонтиком крутящимся. Вот, она в стиле аниме. Как я поняла, это из Марио. Но это не точно. Так, она так плохо стоит. И внутри у нее были разные наклейки. Вот тут такие цветочки, тут такие цветочки. Тут две грибочки, правда, мой брат одну стырил. Один стырил. Сердечки, звездочки и звездочки, все. Вот. А так это моя любимая игрушка. Я обожаю, но хоть такая обычная, но такая нежная. В общем, интерьер украшает у меня на полке стоит. Я ее очень люблю. Нос чешется, все чешется. Так, ну может быть я еще что-нибудь найду. Я нашла раз и вторая, вот вторая. Так, сейчас покажу, что я нашла. Я нашла вот такие туфли. Надо будет снять видео, как типа танцевать в таких. Кстати, сегодня Хэллоуин. Да, сегодня первое. Я вчера не успела выложить видео, но да ладно. Вот, короче, это вот так выглядит. Кстати, если хотите видео с гимнастикой, то тогда я с удовольствием сниму, потому что я обожаю заниматься гимнастикой. Короче, фигня уже занимаюсь. Я со своей свинюхой. Прощаюсь с вами, мои друзья. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да, пока.